it's a match in two parts. Lada make a very good beginning of match, and I see my team little nervous in this moment. We come back on the match and we play better, little to little, and after in second part when Lada have opportunity to come back, we are very solid in this moment in defense, and it's good. We need this this level of match to prepare the second part of season, the end of season. Очень много эмоций положительных, как бы. Ты болеешь за свою команду, испытываешь волнение. Кричать надо громче, чтобы слышно было лучше. Волнение, конечно, переживание, но все равно думаешь о том, что будет все хорошо. Для меня вообще очень волнительный был момент, потому что играю я в родном городе и хотелось, конечно же, показать лучшую игру. Я считаю, что команда сегодня сыграла хорошо, наши, то есть мы сыграли командно и добились все-таки результата того, который нам нужен был.